поздно по потерям есть. Ну, это разминки. Вращение сразу. Колени. Так, ладно. Подворотка, готовь, вперед, колени, не сгибаем, ворота, нога. Можно прямые удары, участки. Дыхавая. Левая по печени. И вот так спокойно. Раз, два, три, четыре. О. Раз, два, три, четыре. И вот я четыре. Сейчас раз. Оп, поймать на встречу и бросить. Своей скидывай и здесь под локоть забирай и этой же рукой вот здесь скинул и вот сюда под локоть и в сторону проваливаю и сразу забираю отнимай, бросай, теперь чуть приподнять подсидеть и делай дальше хорошо, долго не отвлекай, скинуть и зайди. Не отпускай руку и отсюда закидывай треугольник. Ногу забираю и раз, я уже на руку перешел. Вот ни в коем случае обе руки вместе здесь нельзя держать. Потому что я, соответственно, раз, застегиваю и ноги закидываю.
И все, и две руки одновременно ломаю. Как он назад оттягивается, я раз, ножки вот сюда. Вот эти икры ваши должны на его плечи сидеть. И все, он даже постучать здесь не может. Так, да, здесь, да. Здравствуйте. Для меня наоборот. Вот подкинули, вот здесь чуть-чуть дырка появилась. Колено просовываем сюда. Если правое колено, то в правую сторону толкаем. Правую сторону отталкиваем и здесь забираем ногу. И чуть-чуть он, когда к вам вот чуть нагинается, к вам вот этот момент надо поймать. Вот я и колено ставил. Колено ставил и отталкиваю, и здесь забираю ногу. А ну-ка, в принципе, наверное. Здесь я хорошо. И закидываю ножку вот сюда сверху. 7, 8, 9, 10. Все молодцы, все хорошо поработали. Что-то там понадобится в бою и как бы метка у вас такая маха за кроссфит. Боимся, и мы к вам приедем. Все, большое спасибо. Ну, удачи. Можно? Да, я четко.